Недавно на канале выходил обзор игрового коврика от Aula и клавиатуры. А сегодня расскажу об игровой мыши Aula H510 в черном цвете. Так, вот коробка. На задней стороне мы можем видеть спецификации. И обратить внимание стоит на разрешение сенсора. Здесь максимальное разрешение сенсора 10 000 dpi. Также мышка имеет высокую частоту запроса 1000 Гц. Ну что ж, перейдем к распаковке. Все аккуратно упаковано. Так, инструкция, мышка, счетная инструкция. Так, это комплект из сменных насадок. О них я расскажу подробнее далее. И сама игровая мышь. Кабель в оплетке. Имеется ферритовое кольцо. Даже колпачок поставили на USB. Сменные магнитные насадки. Ну-ка попробуем эту. Да, все легко снимается и ставится. Так, с мышкой познакомились. Далее будет текстовый обзор.